Ви дивитеся «Алло, лікар» – це єдина медична програма, куди ви можете подзвонити та поставити власні запитання нашому гості у студії просто у прямому ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, як правильно поєднувати продукти харчування. І ми продовжуємо. Гармонійний раціон. Як скласти збалансоване меню на весь день? В якій послідовності і кількості вживати улюблені страви? Як правильно поєднувати їжу та напої? Які продукти підсилюють корисну дію одне одного, а які ворогують між собою? Усі секрети розумного харчування в ефірі вашого медичного ток-шоу «Алло, лікарю». Ну, я нагадаю, що сьогодні разом зі мною у цій студії Скачко Борис Глібович, лікар-терапевт, фітотерапевт, дієтолог. Ще раз дякую, що ви сьогодні разом зі мною. Хочу вже, ну, знаєте, так закрити тему із м'ясом. Поговорили про те з вами, що м'ясо добре і краще засвоюється із термічно обробленим салатиком, але гарнір. Каша і, скажімо, м'ясо, або ж там картопля, ми дуже любимо, смажена картопелька, або картопля-пюре з м'ясом. От такі поєднання. Як вам? Ну, з кашею не советовал би. Каша содержит белка чуть менше, чем само мясо. Так. 10-12% белка содержится в каше, мясо, рыба, птица примерно 20%. Если не жирный. Гречка с гуляшем. Оно здорово, но в пищеварительной системе возникает конфликт. Из гуляша нужно вначале выбрать мясо, съесть мясо, а потом пойдет гречка. Почему? Потому что белки начинают конфликтовать. Каждый белок имеет свое время переваривания. И в желудке нет, желудок это емкость. Не может желудок выбрать, ага, вот этот кусок мяса переварился, он в 12-перстную кишку довариваться, а вот этот нет, этот пусть полежит. Пища переваривается постепенно. Она переваривается в желудке фактически послойно. Желудок, он на картинке, он где-то до 3 литров может вмещать, но в спокойном состоянии он обжимает то, что он имеет. Имеется там желудочный сок, допустим, стакан, вот стакан, емкость стакан, плюс там есть еще воздушный пузырь сверху, все. То есть мясо и кашу, ну, робим висновок, так, окремо. Да, если их есть, то последовательно. Вначале выбрать мясо, съесть мясо, и мясо нужно, ну, недолго жевать. Мясо нужно немножко раздробить. Хорошо, если оно хорошо сварено или там как-то приготовлено, но его нужно раздробить, чтобы желудочный сок зашел, чтобы он мог варить весь объем. А вот кашу, ее нужно обязательно жевать. И хорошо разжевать, потому что в каше есть крахмал. Крахмал в желудке не переваривается, он переваривается слюной. И вот здесь, когда мы кашу растерли хорошенько, гречечку всю, вот здесь мы обработали слюной, и процесс переваривания пошел. Да. Попала каша в желудок, в кислую среду, амилаза заснула, она не работает, она проснется в 12-перстной кишке, где тоже щелочные условия, и доварит эту кашу. Картопля. Иначе, если не сварить крахмал, развиваются очень частые грибковые инфекции, которые сегодня сплошь и рядом. Нам такого не треба. А люди просто не знают, как это правильно делать. Они раскармливают грибов в своем кишечнике. Картопля. Знову ж таки термічно оброблена, посмажена або зварена. Картошка лучше в этом плане, но почему? Там белка очень мало. То есть она с мясом конфликтовать не будет. Больше того, если крахмал расщепляется до глюкозы, то у крахмала нейтральная pH 7, а у глюкозы около 2. То есть поэтому глюкоза не мешает перевариться мясу, если она находится в желудке. Поэтому даже вот сладкие соусы вот к мясу, они логичны, они понятны, они не нарушают пищеварение, а наоборот улучшают. То есть на картопле вы даете добро? В принципе, да, но крахмала много, полезных веществ мало, поэтому лучше бы к мясу была не картошка, а винегретик. Я вам дякую. 491-1134, просто нагадую вам ще раз, що це наша телефонна лінія, вона для вас працює протягом усього нашого прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, будь ласка, ми будемо готові вас послухати. Ще така є звичка людей, вона дуже часта, ми з вами про це говорили під час нашого сюжету, це все заїдати хлібом. Наскільки це корисно, або ж це взагалі, на вашу думку, ну, немає жодної користі? Не очень хорошо, потому что хлеб все-таки тоже содержит много белка. И здесь конфликт белков может быть. Поэтому лучше белки не смешивать. Тем более, что хлеб делается чаще всего у нас. Это пшеница, это рожь, а это глютеновые компоненты. То есть белок и так в этих компонентах плохо переваривается до конца, до аминокислот. Конечно, если бы люди пекли хлеб из гречки, из кукурузы, из риса, он был бы здоровее.
это не глютеновые варианты, которые легче перевариваются. Такой хлеб тоже бы с мясом уже прошел бы легче, но все равно лучше их делить. Лучше их отделить друг от друга. Почему? Потому что не всякая пищеварительная система может переварить. Конечно, если она работает с запасом, если это молодой парень, физически активный, то есть у него все происходит отлично, с хорошим аппетитом, переварит он хлеб с мясом. Если это человек там, в возрасте 60+, у которого пищеварительная система уже немножко пострадала, она работает хуже, вот здесь у него чаще будет от этой комбинации либо брожение, либо гниение в кишечнике, это не очень хорошо. Я би хотіла ще повернутися до салатів, тому що ну, це те, знову ж таки, що ми їмо щодня. У салаті, ну я зрозуміла ваша думка, що краще, щоб цей салат був термічно оброблений. Але все рівно, от люди почитали, люди не знають, то правда, то неправда. От, наприклад, що огірок не варто поєднувати з помідором. От такі якісь речі, ви знаєте, що мені здається, треба пояснити глядачам, тому що дуже багато запитань з цього приводу. Ну, вы знаете, что вместе, что порознь, они перевариваются тяжелее. Потому что если посмотреть каждому человеку в рот и сравнить зубной ряд человека, травоядных или жвачных там, и хищников, то по строению зубного аппарата мы все-таки ближе к хищникам. У всех травоядных и жвачных отсутствуют малые коренные зубы. А у нас они присутствуют точно так же, как у хищников. И пищеварительная система, ну если мы возьмем корову, у нее 4 желудка, первый из них заканчивается слепо, и объем примерно 150 литров. То есть вы бы там поместились бы с подружкой такого же объема легко, еще и с запасом. Это объем, куда корова забивает траву, где она начинает бродить, только после этого эту уже сброженную массу она пережевывает, пошла еще эта масса по 3 желудкам, и только после этого пошло молоко. То есть это достаточно трудоемкая вещь, поэтому сырая растительная пища, она ну, очень тяжело усваивается даже у представителей, которые в основном этим питаются. Хліб, я зрозуміла щодо хлібу, але все ж таки, знову ж таки, про це більше поєднання продуктів харчування. Якщо ми навіть за всіма правилами поставили собі обід, почали його їсти, чи варто його запивати? Знову ж таки, це поєднання водички і їжі. Воно піде на користь, чи окремо ми їмо, окремо треба пити? Якщо суперсильна пищеварительна система, ей не безразлично, вот как товарищ говорил, у него высокая кислотность, да, он залил туда воды, и в принципе пищеварение он нарушит в малой степени. Если кислоты не хватает, если ферментов не хватает, вода разводит желудочный сок, и вот здесь возникает своя проблема. Поэтому воду во время пищеварения, во время еды лучше не пить. А во время еды состояние это разное. То есть многие считают там во время еды только пока сижу за столом. Но человек встал из-за стола, он съел кусок, там, допустим, свинины. Она будет в желудке часа 3-4 лежать. Хорошо, если человек съел кашку. Кашка из желудка покинет его где-то в течение часа. Ну, может быть, 2. И все. И желудок дальше пустой. Стоит во время пищеварения в желудке залить туда воду. Мы разбавили соки, разбавили ферменты, все. Пищеварение затормозилось, пока вода не уйдет. Это способ, ну, дорогой способ, я бы сказал, бороться с избыточным весом. Потому что в этом случае пища эффективно не переваривается, калории не попадают, человек действительно будет терять вес, но процесс брожения, гниения в кишечнике никто не отменял, патогенную микрофлору там никто не отменял, и вот здесь вот плюс от снижения веса и минус от активации патогенной микрофлоры и снижения иммунитета, ну, наверное, тут нужно считать. Поэтому лучше пить не воду во время еды, а напитки с высокогонной активностью. Это могут быть разные варианты. Это могут быть соки кислого, опять-таки, или кисло-сладкого вкуса. Это могут быть овощные отвары, рыбные, там, мясные бульоны. Это может быть просто подкисленная вода, водичка с лимоном, с лимонным соком. Прекрасно. Я вас зрозуміла, дякую за цю пораду. Будь ласка, 490-11-34, ваші запитання. Алло. Добрий день. День добрий, раді вас чути. Якщо не можете представитися, я ваше запитання. Зріст 158 сантиметрів, вага, вік 60 років, а вага, на жаль, 44 кілограма. В результаті лікування шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози. Підкажіть, будь ласка, як нормалізувати вагу, тому що слабкість і... Я вам дякую за ваше запитання, вам міцного здоров'я, пане Борисе. Ну, для набора веса нужно комбинировать 2 компонента. Это углеводы и жиры. Учитывая панкреатит, углеводы они не раздражают поджелудочно, а вот жиры могут.
Поэтому, скажем так, каша с маслом, но масла немного. Там какое-то овощное рагу, вот, но опять-таки немножко жира там должно быть, оно быстро усваивается. То есть для того, чтобы набирать вес, нужно ускорить темп попадания пищи в кровь. И переваривание. А переваривается очень быстро. Это простые углеводы вообще им не нужно перевариваться. Они готовы к всасыванию. Крахмал переваривается 15-20, там, может быть, чуть больше минут. Жиры перевариваются вот так, попав в 12-перстную кишку. То есть здесь как бы вот эта комбинация, она дает возможность быстро калориям попасть в кровь. Дальше что нужно сделать? Обязательно, ну, 15-20, а лучше 30-40 минут отдых после еды. Углеводы с жирами попали в кровь, их никто не расходует. Они накапливаются в жировой ткани, работает правило «полежи после еды, чтобы жирок завязался». А для тих, хто не хоче набирати вагу, а навпаки хоче схуднути, але дуже любить солоденьке. Правила поїдання десертів, солодких продуктів харчування. Чи ми їмо їх на десерт, ну, як прийнято? Чи взагалі кажуть, що солодощі варто їсти окремо? Тобто за якийсь проміжок часу після їжі і за якийсь проміжок часу до їжі? Як скажете ви? Ну, смотрите, их лучше кушать не на десерт, потому что там реально, если мы много съели, не ощутив еще насыщения, доели еще сладостями, а там калорий очень много, то здесь способ набрать вес легкий. Если их кушать отдельно, да, нужно помнить несколько правил. Первое, мы их хотим съесть, да, нам нравится этот вкус. Вкус мы ощущаем только, пока сладости находятся на языке. Поэтому дольше нужно держать во рту, дольше пережевывать. Так меньше человек съест, меньше останется на память в избыточном весе. Вот. Потому что гипоталамус, его интересует количество импульсов, которые приходят. Вот. Следующий момент. Человек должен кушать сладкое не больше 10 минут. Потому что 10-15 минут – это минимальное время, когда из пустого желудка сладости попали в 12-перстную кишку и всасываются в кровь. Если человек кушает дольше, то он может переесть по калориям. А дальше руки в ноги или ноги в руки, в тренажерный зал, на велосипед, там, в воду плавать, вот, отрабатывать эти калории. Тогда человек удовлетворил себя, он, да, поел то, что он хотел, и, в принципе, он не оставил себе это на память, ему не нужно будет потом от этого избавляться. Я вам дякую, у нас есть телефонные запитання, будь ласка, 490-11-34, это наша телефонная линия и ваше запитання. Алло. Алло, это мне? Это вам, раді вас чути. А, добрый день. У мене таке запитання. У мене езофагіт, гастродуоденіт, хронічний панкреатит неможочного пузыря і синдром роздраженого кишечника. Як мені краще питатися? Я вам дякую за ваше запитання. Вам міцного здоров'я. Ну, в двох словах важко, звичайно, розписати. Ну, смотрите, пища не должна быть грубой. Эзофагит не пропустит, поджелудочная тоже не пропустит. Пища должна быть умеренно теплой. Объем пищи небольшой, это даже не две ладошки, это одна ладошка. Вот. И прием пищи 7-8 раз в день, учитывая отсутствие желчного пузыря. В этом случае пища просто полноценно сможет перевариться. Человек не имеет права кушать при удаленном желчном пузыре 2-3-4 раза в день. Просто эффективность переваривания пищи резко падает. Ну, а размножение бактерий в кишечнике, там какой-то дисбактериоз, легко и просто. Я вам дякую, будь ласка, сейчас запитання. Алло. 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 Раді вас чути. Алло, добрый вечер. Вечер добрый, ваше запитання. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. Вот если тяга к кислому, к лимонам, там, кислой капусте, это является ли это признаком пониженной кислотности? И второй вопрос, это в отношении вот частого приема еды, как вот рекомендуется, вот дробное питание 5 раз в день. Вроде как это для желудка хорошо, но это же идет постоянно нагрузка на поджелудочную. Получается, поджелудочная отдыхает только во время сна. Вот как это вот объяснить это, пожалуйста. Дякую вам, дуже цікаве запитання, пане Борисе. Про кислую пищу, в принципе, да, кислая улучшает переваривание пищи в желудке, усиливает секрецию сока и помогает бороться с патогенной микрофлорой кишечника, дисбактериоз. То есть это да, это здорово, это правильно. С точки зрения частоты приема пищи, да, поджелудочная, любой отдел пищеварительной системы, он все равно так или иначе работает, но если человек может поднять, там, допустим, 50 килограмм вес, это здорово, вот. Но если ему сказать не 50, а подними 100,